Программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Мать-одиночка, ее шестеро детей, бомжи. Почему уже два года большой семье в Камне-на-Оби помогают только горожане? Водопад на пивоварке. Перспективная достопримечательность Барнаула, которую вначале необходимо очистить от мусора. Портрет родного города. Знаковые места Барнаула накануне юбилея глазами художников. Губернатор края внес очередные изменения в ковидный указ. Так, Виктор Томенко официально одобрил послабления для занятий спортом. Теперь можно плавать в бассейнах, но только для спортсменов и только при условии 25% заполняемости помещения. Изменения в указе разрешают проведение спортивных мероприятий, но зрителям на трибуны вход по-прежнему закрыт. Что касается простых граждан, то губернатор продлил режим самоизоляции до 3 октября для пожилых людей 65 и старше. Для них официально послабления будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. А вот новые данные оперштаба региона по коронавирусу за минувшие сутки. Выздоровело 117 человек, пятеро скончались. Общее число больных COVID-19 на сегодняшний день составляет 10 968 человек. За сутки плюс 81. Лидер по заболеваемости Барнаул – 41 инфицированный. По-прежнему много тяжелых больных – 111 человек. На аппарате ИВЛ – 30 пациентов. Камень-на-Оби вновь в центре скандала с участием детей. Сегодня трое несовершеннолетних попали в больницу из-за алкогольного опьянения. Неравнодушные горожане вызвали скорую трем детям, один из которых лежал на земле без сознания. Их увезли в реанимацию, сейчас они уже в обычной палате. Как стало известно позже, несовершеннолетние отравились пивом. Полицейские составили административные протоколы на родителей. А вот многодетная мать-одиночка, опять же, из Камня-на-Оби, если бы не помощь священника, обитала бы на улице. Уже два года женщина и ее шесть детей по факту без определенного места жительства. Они остались без дома после пожара. Почему горожане прониклись историей матери-одиночки, а власти нет? Узнавала Валентина Аскерова. На эти 60 тысяч, получается, купила холодильник вот такой, приобрели, обеденную зону мы взяли с магазина, все. А еще кухонный гарнитур, диван и телевизор. Самую нужную мебель и технику Светлана купила на президентскую выплату. Правда, все это новье стоит в чужом доме. Своего Светлана и ее шестеро детей лишились два года назад. Нас не было дома. Позвонила соседка, говорит, Света, у тебя горит дом. Ну все, и мы сразу побежали домой, прибежали, там уже все полыхает, весь дом. Там уже пожарники все стояли. Ну его два часа, получается, тушили. А дома остались только стены. В помощь многодетной матери Каменская защита дала 3000, Барнаульская – 20. Дом на эти деньги не построить. Я пришла к батюшке, сказала, говорю, что нам жить негде, что у меня могут забрать ребятишек, что можно, говорю, к вам на квартиру, говорю, мы будем платить, сколько скажете. Он говорит, ну вы зайдите, посмотрите, если вас устроит, говорит, я вас бесплатно даже пущу. Договорились, что кров будет временным, но уже два года большая семья не может поправить жилищное положение. Более того, священник до сих пор помогает семье продуктами. Это подвиг, родить детей шестерых в это время. Как бы там ни было трудности, конечно, трудности где-то, может быть, и с их стороны, может быть, какое-то неблагополучие. А она-то трудится, она, я считаю, что она нормальная мама. Она не внушается никакой работой. Она берет и метелку, и поломойку, и так далее, и тому подобное. То есть она старается. Семья Светланы – погорельцы. По закону им полагается жилье. Но в Каменской администрации ей отказали в устной форме. Ее должны были поставить на очередь. То, что устно ей отказали, это, по сути, отказом не является. Ей необходимо обращаться именно письменно и получать письменный ответ от администрации. В случае, если это будет также отказ, то будет возможность его обжаловать. И сейчас Светлане помогают все неравнодушные. Так, во время съемки детям принесли одежду и школьные принадлежности. Люди говорят, что не помочь такой женщине просто невозможно. Как мама, она очень хорошая женщина, добрая, всегда готова всем помочь, поэтому ей тоже хочется помогать. Сразу захотелось помочь чем-то, чем могли, потому что очень хорошие люди. Вот только когда на хороших людей обратят внимание власти? Светлане, конечно, приятно такое отношение горожан. Но женщина мечтает, что когда-нибудь она сама сможет помогать более нуждающимся. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.
Еще один жилищный вопрос требует решения в Новоалтайске. Полвека без душевой комнаты, и это в многоквартирном доме. Несколько семей боятся, что могут разрушить дом своими элементарными удобствами. Откуда такой страх, Мария Микшута поняла еще на подходе к зданию. Смотрим сами. Анечка, выйду, вот так, все будут. Ого, кошмар. Китайцу Фудзияну уже не хватает русского, чтобы описать все свои беды. Трещины в стенах, грибок, ржавые трубы, дыры в полу. В этот дом он заехал 20 лет назад. В последнее время в квартире находиться боится. Соседи тоже на грани срыва. Ремонт мы не можем сделать, потому что потолок у нас обваливается, приходится подшивать. Провисают те доски, то есть они сверху уже подгнили. Каждый год Александр сам латает дом как может. За эти годы понял, ждать помощи неоткуда. Вот и нам управляющая компания отказала в комментарии. Катулка отваливается, а несколько слоев здесь практически отходят стены. Все гнилое, все гнилое. Жить здесь вообще не так. А тут свет провести. Все. И давно так? Это вот как дожди начались. Ну, месяца два где-то. На втором этаже крыша протекает во всех квартирах, заливая стены и розетки. Я включаю плитку или машинку, чтобы постирать на ребенка. Вот тут все искрится. Прям искрится. Или мы сгорим. Вот здесь вот у нас бойлерная. Тут постоянно вода бежит. Все это все под дом. Все капает. Двухэтажный барак трещит по швам. Ему 84 года. 50 из них здесь живет Анна Ткаченко. Полвека без душевой и ванны, боится, что они проломят прогнивший пол. Если я поставлю, то мы улетим туда. Поэтому я без ванны. Как решаете проблему за неимением ванной комнаты? К дочери в Озерке езжу. Раз в месяц моюся. По-человечески. В Барнаул езжу. Моюся. В баню. Другие уже приспособились. Душ себе организуют сами. Вот так мы и моемся. После работы. Приходим и моемся вот так вот в душ. Потому что нету ванны, негде помыться. А что, в постель ложиться в грязном, что ли? Вот так вот и живем. Дом уже признан аварийным. Он подлежит сносу с 2017 года. А жителям обещали расселение. Люди прождали год, два, на днях неприятно удивились. Чтобы расселить аварийный фонд, администрацией города была принята ведомственная целевая программа о переселении собственников таких домов. Дом запланирован к переселению на 2027-2028 годы. Еще 8 лет – срок слишком оптимистичный, уверены жители. Эксперты объясняют, проблема аварийного жилья наболевшая, но добиться безопасной крыши над головой вполне реально. Очень часто приходится гражданам обращаться и в судебном порядке, получать и жилые помещения, и соответствующие выплаты. То есть эти споры, они достаточно частые. В нашей практике все, конечно же, зависит от финансирования, которое поступает там, в местный бюджет. Как минимум, людям могли предложить социальный съем, а по факту им просто порекомендовали съехать. Но куда и за чей счет? Так что жильцы ждут. А пока в этой затянувшейся истории просвета они видят лишь в крыше собственного дома. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. А вот он может остаться без крыши своей собственной квартиры. Краевой депутат Владимир Попов сегодня встретился с журналистами, чтобы рассказать свою правду. Напомним, его московскую квартиру стоимостью 65 миллионов рублей решением суда передали в пользу государства. Попов с таким решением не согласен и называет его неправомерным. Основная причина изъятия – несоответствие стоимости недвижимости и декларации о доходах политика его жены. На что Попов предоставил документы, что квартиру купил в ипотеку. Суд первой инстанции оказался на стороне депутата, а прокуратура подала апелляцию в краевой суд. Тот удовлетворил требования надзорного ведомства. Вердикт поверг в шок депутата. Он предполагает, что стал объектом всенародной порки по политическому заказу. Я не получаю никаких депутатских денег, не получаю никаких льготных там преференций от государства. У меня к этому доступа нет. Я всегда был опальным предпринимателем, был опальным главой, был опальным депутатом. Это все понятно. Наконец-то, наверное, все-таки нашли лазейку, как меня выставить, что вот есть такой Попов, и
он там имеет влияние, и где-то он берет такие деньги, что покупает в Москве. А то, что 35 лет я занимаюсь бизнесом, никто не упомянул. Юрист Алексей Воронцов уверен, что в деле нарушен закон в части проверки доходов и расходов депутата. Если лицо, которое показывает источники приобретения этого имущества, ну, допустим, как в данной ситуации, в виде займа и в виде кредита, то на этом вопрос исчерпывается. Каким образом поступает в дальнейшем судебная инстанция, апелляционная? Она предлагает расширить круг проверки. То есть за 3 предыдущих года до приобретения недвижимости вопрос исследован был и исчерпан, а суд предлагает расширить круг проверки и проверить, каким образом были погашены заемные обязательства. Законом такое право не предусмотрено, поясняет юрист. Семья депутата Попова продолжит борьбу за элитную квартиру и намерена подать кассационную жалобу. Купюру номиналом в 300 рублей предложил выпустить Центробанку екатеринбургский депутат. Причем необходимость ее не обосновал, зато предложил дизайн банкноты с видами родного города. Центробанк уже сказал свое «нет», но обсуждать предложение в интернете не только не перестают. Нужна ли россиянам 300-рублевка, каким может быть ее дизайн и что вообще в ближайшее время ждет российский рубль, выясняла Татьяна Голубева. Такое уже было. В 2014-м барнаулец Антон Тимченко вместе с коллегами предложили Центробанку ввести в оборот купюру номиналом в 2000 и изобразить на ней Владивосток. Вдохновила их песня группы «Мумий тролль». Даже запустили петицию. И ведь чуть позже такая купюра появилась, поэтому Антон не исключает и появление 300-рублевки. Мы как рекламщики, как креативщики в хорошем смысле этого слова, за любые вот смыслы, которые добавляются, то есть тем более там вроде как 300-рублевую купюру там можно связать с какими-то вот шутливыми идеями про то, что там, не знаю, можно изобразить там город Челябинск и там Челябинский тракторный завод. Известная шутка про 300 рублей тракториста уже вовсю гуляет в интернете в виде мемов. А вот барнаульцы идею с размещением на 300-рублевке трактора не оценили. Мне кажется, это ассоциация больше у школьников. Все-таки нет. Студенты так уже не шутят. Если бы вы не сказали, я бы даже не задумывалась об ассоциациях. Ну, патриоты Барнаула, наверное, должны разместить что-то барнаульское. Не знаю, даже вот ту картинку, которая за вами. Можно было бы. Или набережную нашу. Много городов, которые как бы вроде как достойны. И вот в дальнейшем, если вдруг когда-нибудь там будет какая-то деноминация, то я бы, наверное, был рад, если бы располагались на купюрах не города, а географические области, например. И тогда вот в этом плане, конечно, Алтай, безусловно, заслуживает очень достойное место. Но вернемся к купюре в 300 рублей. Центробанк места ей в денежном обороте страны пока не нашел. Не видят сейчас необходимости в ней и рядовые россияне. Это постоянно нужно будет или разменивать, или как-то ее разделять. Вот 200 рублей, ну уже как-то более-менее привыкли, но все равно это неудобно. Неудобно. Лучше, когда деньги идут мельче. 50 рублей, 100 рублей. Вот. Но если у нас будут на все цены повышаться, то тогда будет она удобна. Экономисты уверены, не нам принимать решения по поводу появления купюры того или иного номинала. Зато рассуждают о рубле. Хотя после мартовского обвала наша валюта более-менее стабильна и в ближайшее время падать ниже 72-75 за доллар не будет, скупать иностранную валюту эксперт не советует. Многие сейчас жалеют, что в конце прошлого года не купили по 62, а потом купили там по 70 и выше. Да? И, так сказать, когда меня спрашивают о том, а что же сделать и когда же это вернется вот к этим значениям благоприятных для тех, кто купил по 77, я скажу, то, что это произойдет, это как бы 50 на 50. Это точно, как я уже сказал, не произойдет в этом году. Хотя голову на отсечение я, естественно, давать не буду. Факторов, которые помимо нефти и коронавируса могут повлиять на изменение курса рубля к доллару, много. К примеру, в США скоро выборы, и как поведет себя мировой финансовый рынок после них, уже в 2021 году не берется предсказать никто. Впрочем, никто не возьмется предположить и то, что Центробанк может в обозримом будущем поменять решение относительно появления в обороте 300-рублевой купюры с изображением Екатеринбурга или трактора на ней. Татьяна Голубева, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.
Знаете ли вы, что в Барнауле есть свой водопад? И не где-нибудь, а на реке Пивоварки. Если не знали, ничего удивительного. К этому месту не ведут туристические маршруты, его обошел стороной туркластер. Приходят к нему волонтеры. Они уже месяц очищают водопад от мусора. Чего добились активисты за столь небольшое время, расскажет Илья Кочетков. Вот видите, шумит водопад, к которому мы сейчас подходим. В начале августа он шумел совершенно по-другому, потому что было все завалено мусором. Вот, и это приглушало звук водопада. Река Пивоварка, точнее, один из ее притоков. Совсем рядом Павловский тракт, вот где спрятался водопад. Таким в начале августа его обнаружили братья Аверьяновы. К тому времени они уже прославились тем, что испытали на другой реке, Барнаулке, специальную сеть для сбора мусора. Изначально мы хотели, конечно, почистить Барнаулку, так там установлена наша установка, да, и планы были на это. Но когда начали свою деятельность по изучению территории, нам в сообщество обратилась наша подписчица и выслала фотографии вот это вот место. И сказала, есть у нас такое вот прекрасное место, но оно находится в плачевном состоянии. Мусор собирали буквально руками и вывозили за свой счет. Признаются, некоторые местные жители даже пытались мешать уборке. Видимо, так полюбилась им эта бесплатная несанкционированная свалка. Очень много, конечно, людей кидают в речку мусора, очень много. Это вот выше туда я поднимался, там оптовые базы, частный сектор. То есть очень много и сливают, и кидают. Сейчас в их команде десятки волонтеров самых разных возрастов. Приезжают сюда два раза в неделю как на работу. И от новых помощников не откажутся. Наш город, он состоит именно из таких мелочей. И тот факт, что у нас есть водопад, это уже на самом деле очень замечательно и превосходно. Поэтому начнем с него, а дальше будем шагать дальше. Этот водопад появился одновременно с Алтайской железной дорогой. То есть 100 с небольшим лет тому назад. Он, конечно, искусственного происхождения, но от этого, согласитесь, не менее настоящий и, конечно, не менее красивый, особенно теперь. Волонтеры мечтают проложить сюда экологическую тропу. Правда, до этого им придется вынести отсюда еще, наверное, не одну тонну мусора. В самых ближайших планах максимально очистить и по возможности благоустроить территорию вокруг водопада. А затем пойти выше по течению, ведь при первом же паводке сюда снова принесет новые отходы. Впрочем, активисты надеются, что их работа не пройдет бесследно, и сами барнаульцы, оценив их усилия, перестанут загрязнять маленькую, но по-своему красивую барнаульскую речку Пивоварку. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. День рождения не за горами. В преддверии юбилея Кривой столицы в художественном музее открылась выставка. Она посвящена знаковым местам Барнаула. София Яценко одной из первых рассмотрела пейзажи родного города и увидела то, что еще никогда не показывали зрителям. Со дня основания Барнаула город сильно изменился. К его юбилею в Государственном художественном музее подготовили выставку тематических картин. Благодаря этой выставке можно словно на машине времени прямо из настоящего попасть в прошлое, вспомнить старый город и прогуляться по его самым узнаваемым местам. Лестница Нагорного парка, Краевой театр, гостиница «Империал». Так выглядел Барнаул прошлого. На большинстве картин барнаульских художников город, уже вошедший в историю. В связи с пандемией, с переделкой выставочного плана нам достался маленький зал. И вот мы постарались уместить сюда такие наиболее значимые, наиболее интересные работы. Это одна из самых старых работ. Ее автор Михаил Жеребцов изобразил едва узнаваемую сегодня площадь Октября. Изображена как раз вот площадь в период строительства высотных домов. Видна примета времени. Это система из двух трамвайных вагонов. Тогда по одному вагону не ходили, только по двое. И это как раз вот показывает транспортное значение, потому что площадь Октября стала крупным перекрестком магистрали. Появилась Октябрьская площадь в 30-е годы прошлого века. Раньше здесь был клуб для рабочих меланжевого комбината. Сейчас площадь выглядит современно и продолжает оставаться одним из символов города. А это картина Михаила Буткеева «Переходной мост». На ней еще одно знаковое место, которое любил сам автор. Было очень много катеров, барж, и которые перевозили зерно. И это был очень интересный сюжет, множество интересных сюжетов для художника. И мы с ним, я тогда был, естественно, совсем маленьким, ходили по этому мостику, смотрели на эти катера, и с разных точек он писал картины.
Элеватор уже не работает, да и тот самый мост убрали спустя пару лет после того, как художник успел его запечатлеть. Но благодаря выставке каждый может вернуться в прошлое и даже рассмотреть эксклюзивные картины. Особенность именно этой выставки в том, что из 29 работ, 10 работ наши зрители увидят впервые. Можно увидеть те же самые места и 50-60 лет назад, и уже более современный их вид, и можно проследить, как менялся город в течение этого времени. Кстати, из-за пандемии насладиться историей в зал пускают по 5 человек. Но в музее уверены, такие правила не отпугнут истинных ценителей красот родного города. Выставка открыта до октября. София Ценко, Николай Шилко. День с толком. К новостям из мира спорта. «Динамо Барнаул» выбила из Кубка России по футболу. Накануне сине-белые пропустили один единственный мяч в выездной игре против новосибирцев. Большая часть игры шла неспешно, без опасных моментов. Но в середине второго тайма, после штрафного удара в наши ворота, мяч отскочил от перекладины к оппонентам, чем те и воспользовались. Гол нам забили на 62-й минуте. И несмотря на усилия, сравнять счет «Динамо» не удалось. Это поражение для сине-белых стало первым в новом сезоне. Мечты болельщиков увидеть команды премьер-лиги и подэлитного дивизиона вновь откладываются на целый год. А в рамках первенства профессиональной футбольной лиги барнаульцы сыграют уже в это воскресенье на домашней арене. Против них выступит пермская «Звезда». Напоминаем, телефон нашей редакции 205-545. Звоните с интересными темами и проблемными вопросами. На этом у меня все. Через несколько секунд погода. Спонсор прогноза – компания «Валар».